Первые в командном зачете. В Кирове накануне завершились 17-е всероссийские соревнования по фехтованию памяти основателя этого вида спорта в регионе Юрия Морозова. Второй день турнира принес кировчанам долгожданную победу. Всего же в соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из Костромы, Татарстана, Кирова, Ханты-Мансийска, Перми и Башкортостана. Среди спортсменов как женщины, так и мужчины. В первый день шпажисты бились за победу в личном зачете. На второй прошли командные встречи. По итогам соревнований призер в личном зачете стали 5 представителей Кировской области. Мария Прокашева заняла второе место. Алена Гельмиярова, Анастасия Щепина, Николай Аботнин и Виталий Гельмияров – третье место. В командных соревнованиях кировские коллективы заняли первое и второе место среди женщин, а также второе и третье место среди мужчин.